вижу ее! Ладно, пошел! Ладно! Вот выход. О тебе забочусь. Вот так. Вот так. Как самочувствие? Супер. Вот. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово, это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верная. Особенная. О. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь, а? На кусочки?
До завтра, Элли. 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 Где же ты? Куда она убежала? Открывай!
Здрасте. Эй, нашел что-нибудь? Алло, слышишь? Ну где ты? Этот ублюдок поплатится! Это ты? Твою мать! Попался, гад! Кончай его! Держи его! Черт! Сука! Пойдешь со мной. Пусти! Я тебя урою! Отдохни. Так. Девочка, она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе! В городе! Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку! Она там! Можешь проверить, спроси его! Давай! Он скажет. Я не вру! Не вру! Ты охренел? Он все тебе сказал! Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати! Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка.
Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все. Черт. Что за фигня тут творится? Элли, ну куда же ты? Это мой город! Мне нужна пушка. Так, я смогу. Сбежала, она заражена. Дэвид, это плохо. Так, собери всех, кто без оружия, и уведи подальше отсюда. Найдем девчонку и убьем ее. Господи, отведу детей в убежище. Иди. Твою мать. Задолбала. Он явно перегнул палку. Который месяц, говорю. Мы многое прощали. Эта малявка убила наших, да еще и заражена. Твою мать! Грохну шалаву! Ищите лучше! Твою мать! Thank you.
Возьми ее! Не упусти! Эй! Ну, где ты? Повсюду.
просто лабиринт. Спокойно, она не кусается. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблема, и мы ее решим. Соберитесь, будем искать ее. Дойти. Где они?
тебя легко найти. Как это ты? Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Вот они, у меня. Ты не заражена. Зараженные так за жизнь не цепляются. Нужно добыть ключи. Так в чем дело, Элли? Молодец. Все будет хорошо. Ты всегда меня удивляешь. Жаль, что ты такая упрямая. А теперь уже поздно. А вот ты где.
Давай я. Выходи, ни к чему прятаться. Продолжайте искать. Если она здесь появится, мы должны ее захватить. Надо охранять убежище. В городе зараженный. А мы торчим у этого гребаного выхода. Послушайте, она смертельно опасна. И мы не знаем, где она появится снова. Не прозевайте ее. Thank you.
Что за хрень? Откуда здесь вещи Элли? Я должен ее найти. Должен ее найти. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно? То есть нет. Не в твоем стиле, да? Давай, умоляй. Пошел ты. Самое умное. А? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Элли! Стой! Стой! Убери руки! Это я. Смотри. Это я. Он хотел. Солнышко. Ничего. Джо. Ничего. Не бойся. Элли! Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием.
Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала. Странно, да? Ну, сны — дело такое. Ну ты подумай, куда ни придешь, карантинные зоны заброшены. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Может, тут срежем? Чего скисло? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. А, прости. Нет, я же... Неважно. Тогда мы ничего не знали о болезни. Можно по лестнице. Лестница. Давай. Ага. Ах.
Господи. Эй! Ты куда? Элли! Элли! Ha!